думаете, это мастер оригами убил Манфреда? Вероятно. Не хотел, чтобы Манфред выдал его. И вы подозреваете Горди Крамера, да? О, да, или его людей. У Горди есть время и средства. Не говоря уже о желании выйти сухим из воды. Он еще не обвинен, но выглядит больно подозрительно. Это ваш архив по делу? Да, составляю последние пару лет. Собрал уже гору бумаг. Журналы по оригами? Вы думаете, убийца мог выписывать их? У меня есть список подписчиков этих журналов за 30 лет. Он может быть среди них. Да только проверить 500 человек. Долгая песня. Есть хочется. Нечем перекусить. Я не повар, но яичницу соорудить смогу, если хотите. Спасибо. Я промокла и очень замерзла. Можно я приму душ? Пожалуйста. Через спальню следующая дверь. А я пока что пожарю яичницу. Надо приготовить омлет. Думаю, омлет уже готов. Я позволила себе взять ваш халат? Вам он идет. Эй, да это, кажется, даже можно есть. Что это? Блокнот, который я взяла у Манфреда. Тут записано, что около 30 человек покупали у него запчасти к машинкам Royal. Убийца мог быть среди них. Понимаете? Чтобы проверить алиби 30 человек одного за другим, придется побегать. Но ведь мы можем сопоставить их с вашим списком. Списком подписчиков на журналы по оригами. Он же у вас здесь? Да, да. Погодите. Убийца в самом деле чинил машинку Royal и выписывал журналы по оригами, он должен быть в обоих списках. Лорен, это лишь предположение, но да, пожалуй. Имя наверняка здесь. Помогите, мы его найдем. Thank you.
Тот парень, что попал в оба списка, умер в 10 лет. Что будете делать? Разроете могилу и вскроете гроб? Знаю, в этом нет смысла. Разве что убийца взял его имя. Но зачем брать имя парня, который давно умер? Вот это мы и выясним. Его звали Джон Шепард. Где-то тут должна быть его могила. Вас не собьешь, верно? Простите, я бы хотел... О. Ничего страшного. Я сам ее найду. Простите, я тут ищу могилу мальчика по имени Джон Шепард. Идите прямо, здесь недалеко. Спасибо. Могила Джона Шепарда должна быть где-то рядом. Вам не говорили, что на кладбище нельзя кричать? Да ладно вам, мертвым все равно. Вы чего, уже устали? Я всего лишь осматриваюсь вокруг. Что с того? Думал, вы мой напарник, а не новый начальник. Нашла. А тут свежие цветы. Кто-то присматривает за этой могилой. Фигурки оригами. Ни хрена себе совпадение. Бедный парень. Я его знал. Знали Джона Шепарда? Почитай, всю жизнь я тут работаю. Это случилось в 77-м. Вроде как в октябре. Лезга поганая! А ну, кыш отсюда! А ну, валите, никчемные выродки! Вернетесь не раньше, чем мать припрется с работы. Опять он пьян. Что ж нам теперь делать? Там проливной дождь.
Мы промокнем до нитки, если прогуляем весь день. Ну, зато целее будем. Не сахарные, не растаем. Пойдем, поиграем. Не догонишь!
Антон, подожди! Давай быстрей! Играем прятки. Ты считай до 20 и ищи меня. Ладно? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Девять. Тринадцать. Семнадцать. Мальчику никто не помог. И его брат утонул в трубе полной воды. А другой мальчик? Что стало с ним? Ну, я знаю, что его отобрали у родителей. Отдали другой семье. Похоже, скоро будет видно. Пойду-ка я лучше домой. Боже, жуткая история. Джон Шепард утонул в дождевой воде, держа брата за руку. Думаете, его брат и есть мастер оригами? Ладно, пойдемте в машину. Шепарда.